приемной кампании. Право надеть синий форменный китель и представить таможенные органы ПМР в одном из престижных специализированных вузов Российской Федерации выпускники приднестровских школ получили по результатам открытого конкурсного отбора. Он был проведен таможенным комитетом в рамках квот, которые предоставила российская сторона для обучения приднестровских таможенников в этом году в Санкт-Петербургском филиале Академии. Специальная комиссия таможенного комитета учитывала не только успеваемость, спортивные и творческие достижения кандидатов, но и морально-деловые качества, а также соответствие требованиям, которые предъявляются при приеме на службу в таможенные органы ПМР. Мы постараемся по истечении 5 лет обучения в таком престижном вузе стать высококвалифицированными специалистами и применить эти знания здесь, в республике. ГТК взаимодействует с Российской таможенной академией и ее филиалами уже 5 лет. За это время налажен четкий механизм отбора кандидатов, совместная система контроля за успеваемостью, порядок прохождения практики на базе ГТК. Кроме того, в рамках кадровой политики службы при таможенном комитете недавно создан учебный центр, где будет использован методический и научный опыт российских коллег для обучения сотрудников в Приднестровье.